нашего Господа Иисуса Христа. Слава Господу! Сегодня новый день для Божьих чудес, Божьей милости, Божьей любви в нашей жизни. Хорошо. Я верю, что вы хорошо отдохнули, что вы выспались. Вот что вы, кто пьет, попили кофе, кто не пьет водички. Я верю, что у вас все хорошо. Слава Богу. Хорошо, у нас вчера был чудесный день. Правда. Чудесный день с Богом, с откровением Его Слова, с работой Духа Святого внутри нас. Я верю Господу, что Он сегодня поведет нас дальше. Верю в то, что Бог действует согласно схеме в Иезекииле. По лодыжку, потом по колено, потом по пояс, потом с головой. Да. Хорошо. Давайте мы помолимся, начнем. Да, весь день проведем сегодня с Господом. Аллилуйя. Отец наш, мы приходим к Тебе сейчас нашей верой во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за привилегию через кровь Агнца входить в святое святых. Быть в общении с Тобой, Господь. Быть причастными Твоей природы, Господь. Быть причастными Твоего естества. Быть детьми Твоими, которые не от плоти, но от Тебя родились, Господь. Боже, благодарим Тебя. Спасибо, что Ты дал нам удостоверение Твоей любви, отдав Сына Своего и воскресил Его потом из мертвых. Слава Тебе, Господь. Иисус, мы призываем Твое имя святое на этом месте. Мы призываем покров крови Твоей на это собрание, Господь. Мы принимаем обилие Твоей благодати, мы принимаем дар Твоей праведности, Господь. Спасибо, Боже, что Ты нашел нас, когда мы не искали Тебя, и оправдал нас незаслуженно, не по делам нашим, Господь, но благодатью во Христе. Благодарим Тебя. Благослови нас. Дух Святой, возьми в свои руки это служение. Наши сердца, Господь, соверши. То, что Ты желаешь, Господь, высвободи в нашей жизни. То, что не видел глаз, не слышало ухо и даже не приходило нам на сердце, Боже. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе. Церковь, Ты готова славить Бога? Церковь, Ты готова славить Господа? Еще, еще, еще. Скажи, я готова славить Господа. Мы будем славить имя Святое,
как наш Господь. Аминь. Он достоин.
Слова. Мы доверяем, Господь, всему, что Ты нам поручаешь, всему, что Ты нам говоришь, Господь. Мы доверяем, Господь, нашим чувствам, Господь, которые есть Твои чувства в отношении нас. Твоей любви, Господь, мы доверяем. Аллилуйя, благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе, Бог наш. Ищем Твоего лица еще больше, Господь. Хотим быть ближе Тебе, Господь. Наслаждаемся Твоим присутствием, Твоей славой, Твоей любовью, Бог наш. Аллилуйя. Аллилуйя, доверяю Тебе. Доверяю Тебе. Опускаю все мечты твои, я полагаю их у ног твои. И если в жизни ошибаюсь я, твоя любовь не изменяется. Хотел сразиться я за жизнь твою, ослабли руки, устала бою. Ты сильный воин, ты царь всех побед.
Соединиться с Тобой, Господь, в одних мыслях, в одних мечтах. Тебе нет подобного, Бог наш, ни на земле, ни на небе. Преклоняемся перед Тобой. Любим Тебя и ищем Тебя, Господь. Бог всего склонюсь к Твоим ногам. Все, что есть, посвящу Тебе. Все, что есть,
Ты с нами. Ты со своими дочерями и со своими сынами. Ты в доме своем. Ты в нашем сердце. Любим тебя. Наслаждаемся тобой. Наслаждаемся. Я не могу без твоих сил на каждый день.
радости и благодати. Я не могу без твоих слов на каждый день. Я не могу без твоей милости и благодати. Я не могу без твоих сил на каждый день. Мои слова небесные, и на ваши руки, слава тебя каждый день. Ты никогда не планировал так, чтобы мы, одинокие, потерявшиеся, испуганные, находили сами пути в этой жизни. Так не было вначале. Твоя святая воля, чтобы все твои дети были в доме твоем, были питаемы тобой. Знали, что они сыновья и дочери. Переживали эту любовь. Начинаешь всегда работу со своих детей, с церкви своей. Воскреси эту давнюю свою мечту. Привести свою церковь, уже тех, которых ты приобрел кровью своего сына, привлечь к своему сердцу. Иоанн лежал на груди у Иисуса. Иоанн лежал на груди у Иисуса. Иисус, он не был мужчиной почтенного возраста, он был достаточно молодым мужчиной. Иоанн лежал на сердце у Бога Отца. Это то, что излучало сердце Христа. Сегодня через Христа, силой Святого Духа, мы имеем доступ к этому сердцу. Причем не мы находимся в роли тех, кто ищет, а Он. Он ищет нас, и Он не остановится. Его любовь сильна, она достигает всегда своей цели. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты продолжил работу, которую Ты начал вчера, которую Ты начал третьего дня, Господь. Работу, которую Ты начал с приходом Иоанна Крестителя, который пришел в духе и силе Илии. И о нем сказал ангел Захарии, его отцу, что он будет тем, кто вернет сердца отцов к детям.
просим Тебя, чтобы Ты трудился в сфере духа. Твое слово, оно больше, чем интеллектуально. Пусть это затрагивает наше сердце глубоко, нашу душу, эмоции. Прошу Тебя благодатью Своей соделать так, чтобы никто себя не чувствовал в доме Твоем постыдно. Если вдруг захочется плакать, если вдруг почувствуешь боль, и ей нужно будет вырваться на свободу. Мы все Твои, мы братья и сестры, мы семья. И мы покрыты славой Твоей. Мы сокрыты от насмешек, от колкостей этого мира, от пренебрежения, сокрыты в Тебе. Это истина, что в Твоей любви нас никто не может унизить. Никто! В Божьей любви ты защищен, ты сокрыт. Никто не имеет доступа к тебе, к твоему сердцу. Это могут быть атаки внешние, но внутри ты силен любовью Отца своего, который всегда с тобой, везде с тобой, который всегда говорит «да» доброй воле Его в твоей жизни, который никогда не бросит, никогда не откажется, для которого не вопрос прощать тебя миллион раз, если ты упадешь, который не осуждает тебя за твои ошибки, а подталкивает тебя к тому, чтобы ты их совершал, чтобы это был твой опыт жизни с Ним. Дух Святой, драгоценный, мы отдаем это собрание в Твои руки, полагаемся сегодня не на красноречие проповедующих, не на свой опыт, не на свои знания. Мы полностью полагаемся на Тебя, на то, что Ты сможешь использовать даже наше несовершенство, нашу неполноту понимания Тебя, знания Тебя, нашу неполноту понимания слов Твоих, Писания Твоего. Благодатью Своей покрой и сгладь наши погрешности, наши недостатки. Обрати наши слабости и наши недостатки в силу во имя Иисуса Христа. Мы верим, что Ты очень, очень сильно любишь нас. Поэтому, как дети Твои, Господь, непринужденно, расслабившись внутри, выпустив пар, мы отдаем себя в Твои святые руки, покоряемся Твоей доброй воле, постараемся не препятствовать сегодня действию Святого Духа лично к нам, не сопротивляться, не отговариваться, не оправдывать ни себя, ни что вокруг, принять всю полноту Твоей воли, которая есть безусловная любовь в свою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Просим Тебя прославить своими путями Иисуса Христа, Божьего Сына, в нас и через нас. Аминь. Слава Богу. Приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу, можно присесть в Божьем присутствии, в присутствии Папы, как дети. Можно присесть, можно сказать что-то хорошее своему брату, сестре. Даже если сестра жена, можно сказать что-то хорошее. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Не имеем такой возможности дать каждому человеку поделиться своими переживаниями. Но если у вас вы были вчера на посте, даже если вы были одну часть,
Если вы что-то для себя вчера получили, если вы что-то переживали, дайте знать Иисусу, помогите Иисусу. Слава Богу. Вы знаете, что Он начальник и совершитель. Слушай, даже если ты будешь сопротивляться, ну просто это растянется надольше. Даже если ты будешь активно сопротивляться, ну надольше растянется. Лучше не сопротивляйся. Ты все равно проиграешь. Вот, но самое неприятное в этом, что можно проиграть два раза. Можно, ты все равно проиграешь Богу, но ты же сопротивляешься в отношении своей жизни, полноты, целостности, счастья. Это твоя жизнь, ее нельзя будет вернуть. Поэтому покоритесь. Покоритесь Господу. Хорошо. Но пасторам должны дать слово. Если есть у пасторов слово к церкви, и вы хотите чем-то поделиться, но недолго, то пожалуйста. Когда мы поклонялись, мне Бог напомнил эту историю, когда Иоанн лежал на груди Иисуса. И Он сегодня говорит церкви своей, нам, что мы можем свободно приходить к нашему Отцу и покоиться на Его груди. И когда мы покоимся на груди, Его любовь, она наполняет нашу жизнь. Уходят страхи, переживания. И сегодня Бог говорит нам, что вы можете двигаться намного дальше, намного больше. Мы можем пройти и покоиться на груди Отца. Аминь. Слава Иисусу Христу. Я вышел с женой, сегодня жену привез. Хорошо дома сидеть с детьми. Ну, покажу жену. Ну, я не рада, что жива. Мы живем 13 лет. Почему я вышел? Я каждое утро молюсь, как и все вы. Вот. И сегодня у меня такое утром было побуждение сказать вам слово. Я верю, что это для этого поста. Почему я жену привез? Это не просто так сидела дома, да и все. Она очень хороший мой помощник. Мы 13 лет вместе живем. Нас благословила церковь, нас благословили родители, мы договорились, не взяли друг друга до свадьбы, а договорились жить вместе. И мы живем 13 лет, но первый год появлялись в нашей совместной жизни появлялись такие мысли о разводе. Как бы не это очень, не очень славит Бога, но появлялись, вы поймете о чем, и появлялись мысли о разводе. Может быть еще у вас кого-то появлялись мысли о разводе первый год совместной жизни, но... Да не надо признаваться. Все и так знают, да. Не знаю тех, кто не женат. Те думают, еще все будет нормально. Все будет нормально. Да. И когда у нас появились эти мысли, я поймал себя на той же мысли. Почему? Она до свадьбы была кошечкой, а после свадьбы стала змеей. И до свадьбы у меня к ней отношения. Возьми меня, погладь меня, я хороший, я пушистый. Мы вообще внутри львы, ну когда между мужиками, мы кичимся, а когда возьми меня, мы сами кошечки, чтобы она взяла, завоевываем мы по-разному. И почему она стала, была кошечкой, стала змеей, мы задались этим вопросом. И я сегодня, когда молился, я вспомнил этот ответ, почему мы 13 лет, почему мы не развелись. Мы приняли, и я верю, что Дух Святой побуждает сегодня сказать вам, чтобы мы на этом посту, не пост ради поста, а принимали высокодуховные решения. Не простые решения, а высокие, и не боялись этих слов, а высокодуховное решение. Что я называю высокодуховным? Мы просто, мы, знаете как, не договорились не ругаться, мы не договорились закрывать рот, мы договорились не позорить Иисуса Христа. Мы договорились, чтобы нам своим разводом, своими руганинами, своими не позорить самое главное на этой земле. Имя Иисуса Христа. И это нас побудило меняться друг перед другом. Я вам скажу, Дух Святой пришел на землю. Он, конечно же, твой утешитель. Он принесет тебе исцеление. Он принесет тебе радость, когда тебе надо. Он принесет тебе благословение. Но задача Духа Святого одна. Прославить имя Иисуса Христа. И наша с вами задача не позорить это имя Иисуса Христа. Можешь прославить Бога. Слава Иисусу!
это развивает Дух Святой изнутри. Хорошо, что плоть наша крепкая. Прими на этом посту решение высокодуховное. Именно прославлять имя Иисуса Христа. И пусть тебе Дух Святой в этом помогает. Аминь. Слава Богу. Можно сказать на это аминь. Спасибо, пастор Андрей. Хорошо. Кто-то еще? Хочу поделиться по вчерашнему окончательному служению, по последнему блоку. У меня было слово внутри, оно слово к церкви, что первый псалом, там написано: «И будет как дерево, посаженное при потоках вод». Как дерево посаженное, то есть ты не возьмешь себя и не посадишь там, где ты захочешь. Есть садовник, друзья, который возьмет твой саженец и посадит именно при потоках этих вод. И там перечисляется, какие блага. И по сегодняшнему, вот сейчас Олег Олегович заканчивал, и у меня переживание для каждого из нас: не покупай билет в Фарсис. Когда Бог обратится к тебе, не покупай. Все равно ты будешь там. Не надо через Фарсис ехать. Из Бога оставить. Все дело только в том, через какую дверь. Все равно попадешь куда надо, только слышно. Да, все зависит от того. Да, вот Вячеслав Юрьевич говорит, что вы могли взять билеты. Сегодня можно по интернету онлайн. Если вы взяли, то сдайте, пожалуйста, билеты. Это слово мне было прямо сейчас. Поэтому я благодарен Богу за то, что Он уже, знаете, вытолкнул, просто вытолкнул меня. Потому что слово было вчера, я все сомневался. Господь, это ты? А может, я что-то придумал? Слово было сегодня. Сижу, молчу. Вот, уже поднимает брата. Брата, чтобы я вышел и не молчал, не открыл свои уста и воздал честь, славу и хвалу Богу. При всем собрании, святых. Нам хорошо, церковь? Хорошо здесь? С Иисусом Христом? Хорошо? Приятно? Но Бог говорит: а вот там, за этими дверьми, остались у кого-то мужья неверующие, у кого-то жены, у кого-то дети наркоманы, у кого-то просто люди, которые сомневаться в святости Бога даже, в Его любви. Да вот это все, что происходит для меня лично, я думаю, что для каждого из нас, потому что это проблема в каждом сердце. Поэтому я хочу просто-напросто сейчас поблагодарить Бога за то, что мы здесь сейчас все вместе собрались, Он нас собрал здесь. И не забыть попросить Бога за тех людей, которых сейчас с нами здесь нет. Которые хотели бы здесь с нами быть, но их нету с нами сейчас. По многим причинам. Отец наш Небесный, Владыка неба и земли, творит всего видимого и невидимого. Мы сейчас пред Тобой склоняем сердца свои, колени склоняем. И с благодарным сердцем благодарим Тебя за то, что Ты сделал в нашей жизни. Благодарим Тебя за вечную жизнь, которую Ты дал в Иисусе Христе. Благодарим Тебя за то, что Ты, как птица птенцов, собрал нас всех здесь под свое крыло, нам здесь хорошо. Мы благодарим Тебя за это. Но Ты напомнил, что есть люди, которым плохо сейчас, даже в этот момент, когда нам хорошо здесь. И мы сейчас, когда дайственной молитвы, во имя Иисуса Христа молимся об этих людях, которые проходят сейчас долину смертной тени, безводные пустыни, которые в сомнениях, в ропоте. Господь, благослови их победу. Своей победой возведи их победу в Твою, Господи. Мы молимся о них во имя Иисуса Христа, Господь. О всех тех, которые еще не познали Тебя. Мы несем им Слово, Господь. Мы им светим, но, наверное, плохо светим. Помоги нам, чтобы тот свет, который у нас был, действительно светом, а не Твой. Чтобы люди, смотря на наши дела, Господь, прославляли Тебя, а не кляли. Все это просим во имя Иисуса Христа. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты понудил меня сюда выйти. Я благодарен Тебе за то, что Ты ведешь нас своей любящей рукой. И Ты уже
до этой конференции, до этого собрания уже говорил в сердце мое. И ты даже употреблял ребенка для того, чтобы вразумить меня. Господи, слава тебе за это. Слава тебе, слава тебе. Слава тебе, Господь. Слава тебе. Вся честь и слава тебе. Дело рук своих не оставляй. Щедрот своих не удерживает нас. Заповедуй благости и милости сопровождать нас на каждом шагу нашей жизни. И да возрастет в наших сердцах любовь. И наделит нас истинным познанием и здравомыслием. И способностью выбирать то, что действительно важно в нашей жизни, Господь. Ты видишь этих фараонов, у каждого в своей жизни свой фараон. У кого-то работа, как у меня, Господь, этот бизнес. У кого-то какая-то болезнь, какая-то проблема. Очи всемогущий. Очи всемогущий. Очи всемогущий. Отец наш. Отец мой. Я благодарен тебе. Благослови способностью сейчас передать то слово, которое ты положил в сердце, Господь. Во имя Иисуса Христа. И да закроются мои уста на всякое слово от себя тяну. И не смогут закрыться на то слово, которое ты вложил в сердце. Во имя Иисуса. Аминь. Я извиняюсь, но ничего. Вся слава Богу. Вся слава Богу. Вы знаете, кто-то брат говорил. Что? Кто? Я уже не помню. Кто-то говорил, да то же самое слово было вот за неделю до этого. Кто говорил, братья? Об отце кто говорил? Вот, да? Вы знаете? Если мы не вразумляемся, пророка Бог вразумлил через ослицу, помните? Если мы, взрослые люди, не вразумляемся о том, что Бог нас так любит, что Он хочет нам только добра, и ни в коем случае зла, Он будет употреблять маленьких детей. Маленьких детей. Валерий Николаевич вчера о семье своей рассказывал. Я тоже буквально 3 минуты. 8 лет внучка. Она подходит и приносит мне вот это. Хвалюсь Бога. Вот это приносит. И говорит, это песня. Это песня. Ну, песня, давайте попробуем. Ну, сходит музыка. И получился псалом. Может, когда Бог позволит, мы посетим ваше собрание и споем вместе с внучкой. А просто я сейчас зачитаю слова этого псалма 8-летней девочки. И я понимаю, что это Бог уже стучался ко мне тогда. Смотри. И принимай благодать. Принимай. Фараон. Ну просто фараон. Это я ожесточил его сердце. Для чего? Для того, чтобы ты восстал. Для того, чтобы твою учтивость, когда принимает в раболепство. Вы знаете слово? Еще забегу вперед. Мы не только дети. Мы не только сыны и дочери. Мы еще царственные существа. Мы люди, взятые его делом. Из тьмы его чудный свет. Поэтому мы цари. И Бог сказал, говорит, твою учтивость этот мир в лице партнеров принимает за раболепство. Мы хотим, чтобы все хорошо было, да? Чтобы Христа выразить, не повышаем голос, все нормально. Но вот эту учтивость мир принимает за раболепство. И вот я как сейчас помню, на Артеме еду, и Бог говорит, вы не рабы. Вы дети царя. Вы дети царя, вы не рабы, вы дети царя, вы царственное священство. И ведите себя достойно этого призвания, достойно того качества, в которое Бог нас ввел. И смотрите, это было 17 ноября, сегодня уже февраль, да? Когда Бог начал стучаться. Вот девочка, 8 лет. Бог святой, всех Он спас. Бог святой, Он все создал. Чтобы мы смотрели на Его творение. Бог всемогущий, я верю в Него. Он любит нас, и вы Его любите. Припев. Бог спасет. Я в это верю. Бог спасет. Я в это верю. Бог Иисус, Дух Святой. Я верю в Него. Бог всемогущий. Бог наш Отец.
Я верю в Него, я верю в Него. Читаю я Библию, и Божий закон, и Божие Слово таково. Бог спасет, Бог спасет, Бог спасет, Бог спасет. Не дошло до меня в ноябре. Вот вам 6.01. 6.01. И ребенок что? Приносит и говорит. Вот еще одна песня. Бог все видит и слышит. Он всемогущий. Бог все видит и слышит. Он есть. Он Бог. Он свет. Он благ. Бог все видит и слышит, Он всемогущий. Бог все видит и слышит, Он наш Творец. Бог все видит и слышит, Он всемогущий. Бог все видит и слышит, Он наш Отец. Бог все видит и слышит, Он всемогущий. Как же нам не дойдет? Мне до сих пор не доходит. И дальше. Все, что я проверил, все Списание. Он есть Бог. Он Бог. Кто наш Иисус? Он есть Бог. Он Бог. Он свят. Он благ. Он свет. Он дверь. Он хлеб. Он путь. Он жизнь. Он лоза. Он истина. Он Альфа и Омега. Он звезда. Он первый, последний. Он пастырь. Он сущий. И она приходит и говорит, ну все. Буквально, знаете что? Перед этим шаббатом. Она говорит, он еще царь, не забыли. Он еще царь, мы забыли. Дописали. Мы дописали, мы спели, что он царь. И вот слово от Бога. Откровение 15.3. Откровение. Если можно вывести на экран, чтобы мы видели. Я прочитаю это с греческого перевода. Милость вам и мир от того, кто есть, был и придет. И от семи духов, что у престола его, и от Иисуса Христа, он свидетель. Он верный, он первый воскресший из мертвых, он повелитель царей земли. Тому, кто любит нас, кто избавил нас от наших грехов своей кровью, кто сделал нас царственным священством Бога, своего Отца, ему слава и могущество во веки. Аминь. И вот еще подтверждение. Это 5 глава Откровения с 9 по 10 стих. Они поют новую песню. Они поют новую песню. Ты достоин взять свиток и снять печати его, потому что ты принесен был в жертву и кровью своей приобрел для Бога людей из всякого рода, из разных наречий, разных племен и народов. Ты их сделал для Бога нашего священниками и царями. Поэтому, братья и сестры, дорогие, мы не только дети, мы не только сыны, мы еще и царственное священство. А это полагает на нас большую ответственность, о которой я, может, если Бог позволит, расскажу там на второй части или вечером, или завтра. Потому что я понимаю, что время ушло. Слава Господу! Да. Слава Богу! Буквально постараюсь очень коротко. Это вот то, о чем Андрей говорил и Олег. За Иону. То есть мы когда просто читаем книгу Ионы, мы не совсем понимаем, почему он так решил. Потому что Иона был признанным пророком. Это не просто случайный человек, это не как Амос, там пастух был, Бог его призвал. Он был пророком. В книге Царств есть упоминание об Ионе, он пророчествовал царю, пророчество исполнилось, и народ Израиля знал его как пророка, Божьего пророка. И когда Бог ему говорит, иди в Ниневию, Иона решил пойти в Фарсис. И знаете, я люблю изучать исторические книги, я почитал, что такое Ниневия, что за люди жили в Ниневии. Так вот, ниневитяне были такие люди, они гордились тем, что у них на столе стояли чаши для вина, сделанные из черепа их врагов. Ну, то есть, это, для них это нормально было, это хорошо было. Они выставляли это, когда приходили гости, они выставляли, вот говорили, вот это был мой враг, я его убил и сделал чашу, теперь вот угощаю тебя из этой чаши. Когда вы въезжали в Ниневию, на воротах там стояла такая огромная башня, очень высокая, и это был такой символ могущества Ниневии, она была обтянута человеческими кожами. Ну, то есть, понимаете, да, что ощутил Иона, когда Бог ему сказал, иди в Ниневию. Причем Бог же не просто сказал, пойди расскажи, что я их люблю.
Бог сказал ему: пойди скажи им, что я через 40 дней их уничтожу. Ну, просто попытайтесь представить свое состояние. Вот Бог посылает вас к таким людям. То есть, к чему я это все рассказываю? То, что говорил Андрей, серьезное решение. Ты можешь принять сегодня серьезное решение. Я думаю, на этих собраниях Бог говорит в наши сердца. И это очень важное решение. Но когда эти собрания закончатся, тебе придется столкнуться с реальностью. И реальность будет не в твою пользу. Аминь. И то, о чем мы сегодня говорим, весь этот пост, сыновство. Только сын может настолько доверять отцу, чтобы пойти. Да, то есть вот это состояние, я сейчас вспомнил буквально отношение Исаак и Авраам. Насколько Исаак доверял Аврааму, когда тот шел принести в жертву. И они шли, он говорит: отец, вот дрова для всесожжения. Жертва где? И Авраам говорит: Бог усмотрит. Знаете, и для меня было удивительным, что там вообще ничего нет, чтобы... Ну, Исааку на то время, исследователи говорят, было 13 лет. Ну, то есть довольно нормально соображавший парень. Он понимал, что если есть дрова, должна быть жертва. Они делали это неоднократно с отцом. И он понимал, что, скорее всего, себя отец не будет приносить жертву. При этом он абсолютно доверял своему отцу, потому что Писание говорит, что Авраам связал и положил его на жертвенник, и мы не видим борьбы здесь. Аминь. То есть вот этот пост, слово от Бога, которое звучит в моем сердце, пропитайся. Позволь Богу увлечь себя. Увлекись Богом в это время. Позволь Ему наполнить тебя вот этой любовью, переживанием Его любви. Слава Богу. Слава Господу. Хорошо, дорогая церковь, пойдем дальше тогда, да, в нашей теме отцовства, сыновства, в нашей теме внутренней борьбы. Это борьба, правда, это же не просто вот такое время, хорошее, звучит хорошая музычка, спокойная, и что-то, даже Дух Святой, Святой Дух, и Он просто что-то делает в нашей жизни. Нет, это борьба. Это борьба. Потому что внутри тебя кто-то принес поражение. Оно живет внутри тебя, поражение. И приходит освободитель. И он хочет тебе дать победу, вывести тебя на свободу. И внутри происходит борьба. И ты эту борьбу ощущаешь на физическом уровне. Эмоционально, духовно, физически. Поэтому это сложение. Поэтому очень важно здесь и довериться Богу, что это не твоих рук дело. Ты не можешь вырваться из сиротства и перейти на территорию отцовства своими усилиями. Это не в нашей прерогативе, не в наших силах. Это может сделать только Дух Святой. Но Он это делать против воли не будет. Он это будет делать только если ты будешь Ему говорить: «Да, да, да, мне больно, но да, мне неприятно, но да». Но я сейчас выгляжу нелепо, но да. Но я сейчас выгляжу как обнаженный перед всеми. Сейчас все увидят, что у меня внутри. Но я все равно говорю да. Это борьба. Я сегодня свою тему назвал так. Разоблачая сиротский дух. Разоблачая сиротский дух. И верю, что Дух Святой поможет. И будет использовать мои слова для того, чтобы дух сиротский был обнаружен. Скажите, а вот вы могли бы поднять руку, если вот этот вопрос, проблема сиротства, и вы уже это осознанно можете подтвердить для самого себя. Вы это переживали, но вы, возможно, не знали, как это описать, как это называется. Вы это чувствовали. За вчерашний день достаточно было информации, чтобы понять, что это оно. И вот если это у вас есть, хотя бы на маленькую, на толику какую-то, если это у вас есть, вы бы могли просто там поднять руку. Если это у вас есть, слава Богу, слава Богу. Так чудесно быть в таком месте, где не нужно притворяться, правда, не нужно притворяться. Помните, мы молились, и когда-то пастор, епископ Валерий Николаевич, он сказал эти слова, когда мы говорили с ним.
Это было 10 лет назад, я сегодня вернусь туда. И он произнес тогда эту фразу. Знаете, через Божьих людей Бог говорит Божьи вещи. Аминь. И есть вещи, которые ты не помнишь вообще, но помнит кто-то. Потому что это было сказано тебе, тогда и сейчас, важно, именно в этот момент. Я помню до сих пор эту фразу. Эта фраза звучит так. В Божьей любви тебя никто не может унизить. А вся в основном проблема нашей жизни, все наше сопротивление, вся наша борьба, все наше делание себя кем-то, это исключительно вопрос почувствовать себя достойным, важным. Это сопротивление внутренней ущербности, которую туда как инфекцию занес враг с греховной кровью Адама. Коль уж за пророка вспомнили, я начну тоже с пророков, и это будет книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 стих, нужно будет вывести на экран. Давайте прочтем их все вместе. Известнейшее место из Библии, очень часто цитируемое. Малахии 4, 5, 6. Здесь сказано так. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. У Бога есть намерение обратить сердца отцов, причем ремарочка, но очень важная. Ну вот очень важная, потому что она делает все. Определяет очень многие вещи в нашей жизни. Друзья, не сердца детей к отцам, а сердца отцов к детям. Вот божественный алгоритм. Сердце отца к ребенку. Скажите на это аминь. Вы отцы, вы матери. Неважно, мать вы или отец. Мы говорили, что в Боге есть и женское начало. Он вас прекрасно понимает. Женщины, послушайте, сестры драгоценные. Бог Отец. Иисус Христос пришел на эту землю в теле мужчины. Но Он вас понимает. Изнутри на 100% понимает больше, чем вы понимаете себя. Аминь. Сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы на земле не было проклятия. Друзья, это последние слова, в прямом смысле слова, последние слова в Ветхом Завете. Это последние слова через действующего пророка, обращенные к народу Израиля. 400 лет, потом тишины в эфире, 400 лет молчания. Самое важное Богом сказано было в конце. И 400 лет молчания, и больше пророки не говорили к народу Божьему. Народ Божий должен был пользоваться только тем, что уже было сказано. И вот что, друзья, не важно, кем были эти отцы. Потому что версии есть разные. Возможно, это патриархи. И восстановление вот этих взаимоотношений, возможно, это было обращение современников Христа к сердцу патриархов, к их вере, к истине, которую Бог закладывал через них, к закону Моисея, который чтили, который утверждали, который исполняли, за который полагали жизни. Люди за закон, за исполнение закона, за скрижали завета, за Божий ковчег полагали свои жизни. Поэтому неважно, были ли это патриархи и современники Христа, или патриархи и мы сегодня, наше поколение. Очевиден разрыв взаимоотношений между поколениями. Разрыв взаимоотношений между поколениями. Разрыв всегда несет в себе не благословение, а проклятие. Друзья, разрыв ваших взаимоотношений. У вас же есть дети. У вас есть дети? Или вы сами являетесь детьми? Посмотрите на свои взаимоотношения с детьми, со своими, или на свои взаимоотношения с родителями. Скажите, у кого нет проблем в этой сфере? Дайте мне знать, покажите руку. Вы счастливый человек, если их нет. Священники на первом ряду не в счет.
У них работа такая, поднимать все время руку. Друзья, нет, слава Богу, потому что, слушайте, да я верю в то, что это возможно. К этому же Бог призывает, это Его воля. И Он нам показывает путь. У меня однажды в жизни была одна большая проблема. И в жизни других людей этой проблемы не было. И книжки, которые я читал, показывали, как решить эту проблему. Но знаете что? Каждая очередная книжка, которую я прочитал по отношению к этой проблеме, она меня не мотивировала, не вдохновляла. А я хотел разорвать эти книги. Кто-то понимает, о чем я говорю? И знаете, я пришел к Богу, когда помню, и говорю. Нет, не говорю, я орал. Причем кричал вообще без всякого почтения. Знаете что, это была боль, это были настоящие чувства. Бог вообще не обиделся, когда я так делал. Я орал к нему. Я говорю, где этот бешеный, который ты обещал? И знаете, что Бог мне ответил? Причем спокойно. Он не вступал со мной в драку. Не орал на меня. Говорит, как ты смеешь со мной так разговаривать? Понимаете, у него есть своя программа всегда. Обратить твое сердце к своим путям. Знаете, что он мне сказал? Он мне не сказал, я сделаю это третьего дня. Или он не сказал, там, пожертвуй, там, Сергею Георгиевичу, $1000, я решил. Он говорит, я показал тебе путь. Слушай, Эдем есть. Эдем есть. Он и сегодня есть, Эдем. Он есть, Эдем. И Бог уже открыл туда путь. Он не всегда простой. Он может быть очень узким, очень неудобным. Но он есть. И ты можешь отправиться по этому пути, если ты отправишься и приложишь усилия, и будешь смиренным человеком, с постоянством будешь делать шаг за шагом, ты придешь в Эдем. Чем бы ни был этот Эдем, Эдем взаимоотношений в семье, взаимоотношений с детьми, с родителями, неважно, или твой внутренний мир, это все проявление Божьего Царства, и туда есть путь. Друзья, разрыв отношений – это всегда проклятие. Это не благословение, это бесплодие. Потому что когда разрываются взаимоотношения, все рушится. Рушится жизнь. Рушится то, что Бог строит в нашей жизни через отношения. Он свое царство даже намеревается развивать через взаимоотношения поколений, через преемственность поколений. Нет воли Божьей о том, чтобы наши дети уходили в мир. Есть воля Божья совершенная, чтобы мы своим детям передали веру в Христа. Это в Библии четко прописано. Да, дети могут не пойти, но Бог может и хочет. И в 95-99, я не знаю, зачем я буду проценты говорить, в большинстве случаев так и работает. Аминь. Друзья, проклятие сиротства наполнило уже давно наш мир. Давно. Первое проявление проклятия сиротства – это Каин. Каин и Авель. Каин – это сирота чистой воды. Это сиротское сердце. Это первый ребенок, родившийся от Адама и Евы. Первый. И уже сирота. И уже сирота. Первые дети, рожденные, уже были этим заражены. Каин, друзья, а братья Давида? Это не сироты? А братья Иосифа? Сироты. А Авессалом? Вся Библия о сиротах. Вся Библия о сиротах. И вся Библия о Боге, который называет себя Богом, Отцом сирот. Вся Библия о сиротах. Сиротство пришло давно в наш мир. Это проблема всех времен и всех народов. Друзья, и эта проблема не социальная. Сиротство это вообще не вопрос, есть у тебя родители или нет. Сиротство это вообще не вопрос, хорошие они у тебя или плохие. Проблема не носит в себе сиротство социальный характер. Эта проблема исключительно духовная. Сиротство это дух, который поражает сердце. И мы вчера говорили о статусе. Статус сердца, сиротство. Так вот, есть статус сиротства. Это пораженное этим духом сердце. Он завладел этим сердцем. И не важно, есть у тебя родители или нет. Поэтому, друзья, разоблачение сиротского духа – это не поиск козла отпущения.
Кто виноват? Да никто не виноват. Из людей. Дьявол виноват, который использует грех. Разоблачить дух сиротства — это не разоблачить твоих родителей, которые тебе что-то не додали. Аминь. Мы знаем, кто это. Дьявол, который использует грех. Вчера епископ говорил о своих родителях. Послушайте, у него правда прекрасные родители. Они не были совершенными. Но то, что он переживал тотальную любовь. Он не все рассказывает в собрании. В тесном кругу он больше рассказывает. Это хорошая вещь. Я помню, как когда-то, ну, послушайте, он рассказывал о том, что он переживал безусловную любовь. Ну, представьте себе, один, и батька все время мясо перекладывает. Мясо. Что его находили все время, ловили на улице, то с котлетой, то с сачком. Ну, слушайте, ну, правда, ну, это человек, я удивляюсь, как вообще можно было. Он вырос в Кривом Роге, жил на Харитоново. Причем в детстве своем он гонял с сачком, бабочек ловил и смотрел на облака. Ну вот. Сачок отняли. Это тоже. Лена Макаровна смеется там сзади. Кривой Рог, конечно. Друзья, я вот о чем. Послушайте. Они были прекрасными родителями, и он переживал безусловную любовь. Но дьявол все равно умудрился принести это сиротство в его сердце, о котором он рассказывал вчера и говорит: «Я орал, избавь меня от этого!» Знаешь что? Если ты не идентифицируешь себя, свое состояние, ты так не будешь орать. Даже если будешь орать, ты будешь орать вот в неведении: «Боже, что это? За что это мне?» Я поэтому и сегодня проповедую на тему разоблачения духа сиротства. Его нужно скрыть! Нужно подорвать все эти пласты, снять с него все маски, все одежды, все фиговые листья, все шкуры, в которые я наделся. Хоть от Версачи, хоть от Берлони, неважно. Это все ложь! И мрак, и грех, и безнадега. И как следствие, твоя непрекращающаяся внутренняя боль. Друзья, как бы мы с вами ни старались быть хорошими родителями, дьявол всегда найдет повод. Он найдет повод. Да каким бы ты хорошим ни был, послушай, дело ведь все равно не в тебе. Тебе нужно лишь пройти со своими детьми определенный маршрут, поприще, дистанцию, познакомить их со Христом, молиться за них, привести их в Дом Божий, научить их заповедям Божьим, показать им Христа в своей жизни. Мой Игорь в 16 лет пришел домой подпитый. Подпитый нормально. Мое сердце рвется. Но у меня тогда уже, знаете что, у меня уже что-то произошло с Богом до этого момента. И я мог спокойно взять его, обнять, завести в комнату и сидеть с ним разговаривать. И говорить ему: знаешь, что я делал? Я не рассказывал, не спрашивал у него: ты где пил? Что пил? Сколько пил? С кем? Я у него спрашивал: сынок. Не спрашивал, рассказывал: сына, я тебя понимаю. Знаете что? Это его выпивкой единоразовой, единократная в жизни. Это была одна 28-миллиардная из того... Из той емкости, откуда черпал я. И я ему, знаете, что говорил? Я ему рассказывал: сын, вот что было в моей жизни, и вот что сделал Иисус. Вот что было в моей жизни, вот что сделал Иисус. Вот что было в моей жизни, вот что сделал Иисус. Знаете, что он мне говорил? Я до сих пор помню эту фразу. И он мне говорит: пап, потому что он был нерожденным свыше человеком. Он не знал Иисуса. И он мне говорит: пап, это он для тебя сделал, ты его знаешь, а для меня он что сделал? А что вы думаете, он ненормальные вещи говорил? Да у нас в церквях люди взрослые говорят: Бог не сделал то и то и то. Знаете что? И диалог вроде закончился не в мою пользу, а я верил Богу.
том, что дело не в моей мудрости, не в моей настойчивости. Дело в том, что Бог сказал, показал пути, и я это делаю. Сегодня мой сын верит в Христа, любит Христа, служит Богу. Друзья, какими бы мы ни были хорошими, дьявол всегда найдет тысячи щелочек, куда просочиться. Нагляднейший пример из Библии – это притча о блудном сыне. Извините меня, это притча о Боге Отце. Причем в семье, у которого два сына, нам известны, и оба. Но Бог идеальный отец? Идеальный. Не просто хороший, а идеальный, совершенный. Но дьявол всегда найдет лазеечки. Еще и слушай, не просто что-то там внутри тебя намутить, накрутить, а еще потом и Бога обвинить. Еще и выставить его в неприглядном свете. Потому что он лжец. Мир гораздо проще и легче будет слышать тебя о Боге, чем о дьяволе. Они о дьяволе вообще не говорят. Он так замаскировался. Он делает свои черные дела, но такое ощущение, как будто его нет. И поэтому люди хоть за добро Бога благодарят, хоть за зло обвиняют. Кого? Бога. Поэтому, друзья, дать нам истинное усыновление может только Небесный Отец. Только! Бросьте искать этого в людях. Бросьте искать этого в своих родителях. Просто любите их. Да просто любите их. Любите своих несовершенных родителей, любите своих несовершенных детей. Просто любите. А знаете что? Почему? Потому что это путь, который показал Бог. Нет другого пути. Его просто нет. Поэтому, друзья, истинное усыновление нам может дать только Небесный Отец. Раз. Только силой Святого Духа. Два. Не интеллектом, не воинством, не силой твоей, не настырчивостью твоей. Только Духом Святым и только через веру в Божьего Сына. Расскажу еще немного о себе. У меня есть время. Вы нормально? Вы пришли на пост? До вечера никто не уходит? Хорошо. Расскажу о себе, друзья. Это было 10 лет назад. 2009 год. Я 6 лет в Боге. Причем, послушайте, эти 6 лет в Боге начались 13 ноября 2003 года. И до 2009 года я был в Боге ежесекундно. Я жил в нем. Я жил в церкви, я служил Богу, вы понимаете? Слушайте, если вы видите в жизни какого-то человека дела Божьи, проявление Бога, то послушайте, ну вы же не думаете, что это какой-то любимчик, на которого с неба почему-то свалились благословения, у него что-то с Богом есть. Он цену платит, он жертвует, ты этого не видишь. Но так не бывает, чтобы ты вообще ничего, нет, вчера говорили, что есть благодать, послушай, благодать не будет из тебя. Я не... Игорь Иванович, любимое его выражение, оно библейское, благодать на благодать, благодать. Благодать следует за благодатью. Послушай, если один раз в твоей жизни ты ничего не делал, тебе на все наплевать, ты ходишь в собрание, не ходишь, не служишь Богу, не жертвуешь, не участвуешь в жизни церкви, если один раз на твое плечо вдруг приземлилась птица удачи, то это один раз. Благодать на благодать изливаются на тех, кто верит в Христа. А кто верит в Него, так он живет так, как будто бы он есть. Так, как будто бы он есть. И как будто бы он придет. Аминь. И вот 6 лет я в Господе, я служу Богу. И меня рукоположили на пасторство. И мы уже готовимся к началу церкви. А со мной что-то произошло. А произошло вот что. Мне стало так плохо внутри. Так плохо. И это не духовное давление перед началом служения. Это плохо было не извне. Это плохо было изнутри. Мне и до этого было не очень хорошо. Есть люди, которые знают. Но 6 лет я продержался, Господи. Придержался, я расскажу немножечко, придержался на маскараде. Продержался на трюке, который нам подкинул Адам. Вы помните, какой трюк? Фиговые листья. Конечно. Да на этой уловке сколько уже поколений.
выросла и померла. Дай Бог нам не помереть в фиговых листьях, а в славе Божьей. Уйти в вечность. Аминь. И вот, друзья, мне так плохо. Так плохо. Это плохо по нарастающей. Это плохо, ты не можешь съесть шоколадку, и чтоб стало легче. Ты туда внутрь что не запихни. Хоть внутрь, хоть снаружи. Хоть бурные аплодисменты после крутой помазанной проповеди. Хоть 10 человек на покаянии. Благословение. В общем, ты понимаешь, что только не приходит в твою жизнь, а внутри становится не лучше, а еще хуже. И это по нарастающей. Друзья, мне так было погано. Просто непрекращающееся, кто был у стоматолога вообще когда? Там хоть надежда есть. Не, ну правда, там надежда хоть есть, но сейчас еще три дернут и все. И я понимаю, потом еще назначат прийти, но сейчас там хоть отпустят. А это представьте себе, не помогай никак. Ну ты не можешь стать там, я не знаю, там. Ух ты, ну тебе не помогай никак. Ты, слушайте, уже на все готов был бы, кроме греха, ничего не помогает. Дырка внутри. И ничем, знаете, ненасытимая дыра. Ничем не может насытиться. Друзья, на тот момент я уже точно знал, что это сиротство. Нужно идентифицировать врага. Потому что если ты его обнаружишь и дашь ему правильную идентификацию, у тебя в Библии есть средство, как это победить. Мы за этим собрались. Есть Слово и есть Его Святой Дух. И есть совершенная воля Папы сделать тебя сыном, усыновить тебя, удочерить. Поэтому, друзья, я точно знал, что это боль сиротства. И знаете, что еще знал? Это не потому, что я такой крутой. Это благодать Божья. Но как бы я хотел, чтобы благодать была на всех из вас. Когда вы чувствуете боль в своей жизни, послушайте. Не начинайте сразу винить дьявола. Я точно знал. Нет, нет, боль не от Бога. Бог начал, знаете, что делать? Я-то до этого держался 6 лет. А у меня подпорочки были. В жизни. И Бог начал выбивать подпорочки. Усиление этой боли, это была не очередная атака дьявола. Ко мне стучалась Божья любовь. Я понимал, что это боль. Я знал, что это боль. Сегодня уже несколько раз сказали о выборе. О решении. Что ты решаешь? Да где бы ты ни был, если ты выберешь в пользу Бога, ты всегда будешь победить. Не выбирай никогда в пользу чего угодно, кроме Господа. Друзья, мне было плохо, но я понимал, что это Бог, и я к тому моменту так сильно устал от жизни, которой я жил. И знаете что? Я решил. Это правда. Сегодня прозвучало уже несколько раз слово «решение». Вопрос не в том, что мне там захотелось. Послушай, тебе не может просто захотеться, еще дальше двинуться в боль, причем никто, ни один человек тебе не скажет, когда это закончится, и закончится ли вообще. Да. Это не вопрос информативный, это вопрос веры. Аминь. Это вопрос только веры. Никто не может тебе гарантировать. Не приходи к священнику и говори, вот я решил сражаться с сиротством сколько месяцев. Ну, по крайней мере, я тебе точно не скажу. Я так устал, что решил, что перестану жить такой жизнью. Я перестану, смотрите, что делать, перестану выживать. Уже слушайте меня, потому что я уже говорю слова, которые Дух Святой может оживотворять в вас, вытягивая на поверхность это зло, эту инфекцию, для того, чтобы удалить ее своим противоядием. Я решил, что я перестану выживать. Я же не жил, я выживал. Я решил, что я перестану обманывать сам себя. Я решил, что я перестану притворяться, маскироваться. Вчера пастор Вадим сказал, что нужно сильно возненавидеть. Я сильно возненавидел сиротство. И решил, что назад не вернусь, даже
если умру. Так возненавидел. Послушайте, то, в чем я жил, это уже была смерть. Причем в богословском толковании этого слова. Это была смерть. И я решил, что я назад не вернусь, даже если помру. И я двинулся вперед. Что я делал? Я вам расскажу, что я делал. Я взял Дмитрия Викторовича и Валерия Николаевича. Мы пришли в кабинет, и я им начал рассказывать. Понимаете? Это сегодня немного умнее. Немного, чем 10 лет назад. А тогда я не понимал, мне плохо, я не понимаю, что со мной. Вот в чем дело, я не понимаю, что со мной происходит. Когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, слушай, иди к священнику, не иди к астрологу, к гадалке. К священнику иди. Тебе священник расскажет, что с тобой происходит. Или и выпишет тебе рецепт на лекарство, в прямом смысле слова, пропишет тебе пилюли духовные. Начнешь их пить, соблюдатель поможет. Ну, не может, не поможет. Божье слово есть дух животворящий. Не может, не поможет. Поможет. Слушай, если уже такому я помогу, то вам-то. Посмотрите на себя и на меня. У вас все будет быстрее, без болезни. И пилюли будут сладкими. Я разговаривал с епископом и спрашивал у него. Он молился за меня. Он говорил мне слова, послушайте, он мне говорил слова любви, слова помощи. Но знаете, что они причиняли мне? Боль. Боль. Он не делал мне боль. Боль делала истина Божьего Слова, которая вскрывала внутри меня боль, которая была там. Я разговаривал с Дмитрием Викторовичем. Он молился за меня. Я уже, послушайте, вопрос уже, ты уже не сильно веришь там, поможет тебе или нет. Ты просто продолжаешь это делать. Послушал. Там уже и веры не сильно много. Слушайте, смеяться с человека, который говорит, Господи, верую, помоги моему неверию. Слушайте, да он покруче нас будет. В честности, в искренности. Не хватает веры, Боже, помоги. Просто приходил. Он молился за меня. Они мне давали советы, наставления, консультировали меня. Я ходил в уединение, постился, молился. Слушайте, перечитал все книжки, которые существуют только на русском языке. Об отцовстве, о сиротстве, о Божьей любви, о безусловном принятии. Все перечитал. Выплакал, я не знаю, в галлонах можно измерять, Валерий Николаевич, у вас в церкви. Выплакал 10 галлонов слез. Две бочки. Семинары. Слушайте, делал все, и это был путь. Я просто продвигался. Я разговаривал неоднократно с Вадимом Викторовичем Рульмановым. Он молился за меня, наставлял меня. А потом я помню, когда у тебя микрофон, тогда ты можешь обо мне шутить. Когда у меня... Дайте славу Господу за то, что у меня микрофон. Только хорошее буду говорить. Он невероятное благословение для моей жизни. Вообще, очень много вещей, из чего я состою, кто я есть, это его служение, его помощь, его наставление. И вот он мне однажды сказал такую фразу. Ну я понимаю, это не от отчаяния, не от безнадёги, а потому что я понимаю, но вам не скажу почему до конца. И он мне говорит, знаете, какую фразу? Говорит, слушай, Илья, говорит, ну... Я еще не видел людей, которые бы так парились, так пережили, ну вот так просто по поводу этого вопроса. Помнишь? Я серьезно парился. Я был так безумный. Но я знал, что меня ждет впереди. Я знал, что я доберусь. Я верил Богу. Послушай, возможно, ты думаешь сегодня, что это тебя не касается. А может быть, ты думаешь, что можно и так жить и служить Богу, что ты как-то из этой проблемы.
нормально будешь жить и служить Богу. Я тебе скажу так, не обманывайся. Если раньше Бог и действовал через сирот, то теперь не будет. Если раньше Бог и действовал через сирот, теперь не будет. Он строит новое основание, новый фундамент. Он будет строить на сыновьях. Он будет действовать сыновьями. Он будет являть свою славу через сыновей, не через рабов. Раб не пребудет в доме вечно, а сын пребудет. Бог не будет больше действовать через силу. Нет, Он даст нам какое-то время еще позаниматься. И это время пришло. Это ли не пир, который стоит нам чего-то? Стоит. Вы знаете, Бог упрекает через пророка, что вы говорите, трапеза Господня. Недостойно. Достойно. Трапеза Господня, которую Он накрывает сегодня здесь, она достойна. Километров, которые вы преодолели, денег, которые вы платите, работ, от которых вы отказались. Вы понимаете? Достойно. Бог вас, одно из пророчеств, мы выкладывали его в группы, что Бог будет нас кормить собой. Собой кормит. Пророчество о посте, что Он здесь нас будет кормить собой, насыщать от себя, отрывать куски, накармливая нас, чтобы мы стали кем? Подобными Ему. Потому что то, что ты кушаешь, тем ты становишься. Друзья, послушайте. Дело ведь не только в том, что ты чувствуешь сегодня, и даже не в том, как ты будешь жить завтра. Дело в том, что ты оставишь после себя. Дело в том, чем ты влияешь. Вы понимаете? Дело даже не в том, что ты вот сейчас сирота и чувствуешь себя вот так. Послушай, у тебя есть завтрашний день, а есть больше. И ты не просто живешь, ты влияешь. Ты что-то распространяешь. Послушайте, отцовство – это влияние. Сиротство – это тоже влияние. Я немножечко уйду от сиротства, перейду к отцовству. Вы знаете что? Не всегда нужно говорить о сиротстве, как о проблеме, чтобы понять, что это сиротство. Нужно говорить об отцовстве и увидеть в себе отсутствие оного. И понять, что ты сирота. Послушайте. Это несколько маленьких тезисов, характеристик отцов. Не пап по паспорту, по штампу в паспорте, а отцов, людей, о которых Библия говорит, люди с отцовским сердцем. Так вот, характеристики отца. Послушайте, отец может вмещать абсолютно разных, вообще несовершенных, убогих людей. Отец может вмещать. Отец предотвращает разрушение в жизни людей. Это его работа, его труд. Но даже если есть разрушенное, он, как сказано в книге пророка Исаии, он восстановитель развалин. Он не боится никогда стройки, вы слышите? Он не приходит в жизнь человека и смотрит, ага, нормально, все, костюмчик, прикиньте, не пахнет, пивасиком, денежки работаешь, хорошо, приходи ко мне в церковь. Вы понимаете? Он как Геннадий Николаевич, как Дмитрий Александрович, я имею в виду Виноградов, Мовчан. Понимаете, ходят туда, ходят, вылавливают там этих непонятно кого, их там даже еще иногда бьют, то полиция их там забирает. Знаете, что это? Это признаки отцовства. Отец предотвращает разрушение в жизни своих детей и в жизни людей вообще в целом. Он, вот понимаете, вчера пастор говорил, да, конечно, есть разница, там мои дети рождены. Или... Но послушайте, если у нас в церквях, еще чуть-чуть раньше начну, послушайте, у нас в церквях никогда не будет сразу, в новых церквях, которые мы открываем, а их нужно насадить множество, огромное количество. Никогда в новой церкви у нас не будет готовенький пастор по сердцу Бога. Будет болваночка, заготовочка будет. И церкви придется потерпеть. Потому что когда Бог пообещал, что даст нам пастырей по сердцу своему, Он предполагал, что им нужно где-то же вырасти. У нас нет такого комбината, нет у нас конвейера по производству вот таких, вы понимаете, уже хорошеньких. Послушай, да ему, чтобы стать хорошеньким, надо, чтобы от него ушли человек 50, а то и 100. Да серьезно вам говорю. Все, совершить ошибки во всем чем угодно, во взаимоотношениях, в проведении служения, с деньгами кучу ошибок совершить. Да. И через время рождаются вот эти вот пастыри по сердцу Бога. Поэтому послушайте, молодые церкви, дождитесь.
когда ваши болваночки превратятся в этих отцов. Отец восстанавливает разрушенное. Послушайте, отец всегда учится и развивается. А не в богословских семинариях. Нет, там тоже. Отец всегда и учится и развивается. Знаете, чему? Отцовству. Друзья, отец понимает свою острую нужду в том, чтобы все время возрастать в отцовстве. Аминь. Просто я не смог закончить, поэтому для меня вы всегда будете камнем преткновения. Просто сидят здесь два магистра, а у меня не получилось. Две попытки и все. Но у вас отцовское сердце. Друзья, отец всегда растет в своем отцовстве. Кто понимает меня? Послушай, то, что тебе нужно для отцовства сегодня, вчерашний твой опыт, можешь выбросить, не сработает. Тебе нужно возрастать. Тебе нужно возрастать в отцовстве. Послушай, отец, мне так это нравится, отец свободен от ложного убеждения, что его мнение безошибочно и непогрешимо. Повторить? Да. Отец свободен от ложного убеждения. Он не верит так, что его мнение абсолютно безошибочно и непогрешимо. Он так не верит. Он знает, что он человек. Послушай, он корректируем, исправляем. И знаете что? Он способен извиняться перед своими детьми. Настоящий отец. Еще одно место из Библии. Хочу вывести на экран. Больше не будет. Больше не будет много утомляемых текстов. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Одно место из Библии. Потрясающе, просто вообще. Иоанна 3:35. Вы еще терпите меня? Да. Иоанна 3:35. Терпеть. Спасибо, Валерий Михайлович, за слово. Терпеть. Вы сказали это с таким многострадальным лицом. Понимаешь, нужно закругляться. Иоанна 3 глава, 35 стих. Друзья, первую часть стиха. Отец любит сына. Отец любит сына. Теперь послушайте. Можно я вам кое-что скажу? Дело все в том, на каком слове мы ставим ударение. Можно я скажу вам, на каком слове вы ставите в большинстве своем ударение? Отец любит сына. Сына любит. О ком речь идет? Об Иисусе Христе. И, конечно же, у нас с вами внутри образ Христа. Да он совершенный. Как же его не любить? Кто понимает уже, о чем я говорю? Отец любит сына. Как можно не любить Христа? С его чистотой, святостью, отзывчивостью, с его жертвенностью, с тем, что он сделал для нас с вами, для папиных детей и для папы, исполнив его волю. Как же можно не любить сына? А знаете, что я вам хочу сказать? Дух Святой ставит ударение совсем на другом слове. Аминь. Знаете, на каком? Отец любит. Отец любит. Это все кардинально меняет. Это разрывает порочный круг. Это разрывает проклятие, о котором сказано в книге пророка Малахии. Отец любит. Послушайте. Бог Отец позаботился еще за тысячелетия до рождения Сына Своего, чтобы в священных писаниях были записаны слова о том, как он любит своего сына, чтобы однажды, когда он родился и взял эту книгу в руки, он мог прочитать о себе. За столетие до рождения сына он уже отправил ему письмо любви. А потом не остановился на этом, начал публично, громогласно с неба говорить: «Это мой сын возлюбленный». Послушайте, еще тогда он это сказал, когда сын ничего не сделал.
Друзья, отец любит сына не за то, кем сын является и что он делает, а отец любит, потому что он отец. Отец любит сына, и его любовь делает сына достойным, сильным и целостным. Любовь все решает. Вы понимаете? Да не дети делают себя, они не обязаны родиться у меня и быть такими хорошенькими, пушистенькими, веселить меня и радовать папу с мамой каждый день. Они не должны это делать, а я должен их любить. Это моя обязанность перед Богом. Я как родитель, вообще-то, если я это не делаю, я теряю образ Христа в своей жизни. Я не отражаю Бога, потому что Бог взял нас всех с вами, грязных, изуродованных, отвратительных. И своей любовью. Посмотрите на себя. Запаха пива нет. Аромат благоухания. Вы письмо читаемое. Посмотрите на себя. Что вас изменило? Вы? Ваши усилия? Ваши труды? Нет. Его любовь. Послушайте, у меня трое детей, трое. Старшему 24, дочери 16 и Вене 8. И они у меня замечательные. Они у меня просто нереальные. Это не мое мнение. У меня очень хорошие дети. И я вам хочу сказать, что они не выросли просто как бурьян под забором сами по себе, а я сорвался. Вот какие хорошенькие. Вот эти мне подходят. Нет. Послушайте, я не отдаю заслугу себе. Я отдаю заслугу Божьей истине, которую я просто взял и применяю. Которые меня наставили. Послушайте, мамы и папы, у которых есть маленькие дети, взросленькие дети. Очень взросленькие дети. Я вам кое-что скажу, когда у меня с Игорем были проблемы, когда я пришел к пастору и говорю, Регине 2 года, я говорю, слушай, Регину люблю, обожаю, аж до слез, я бы ее съел. А Игоря, можно вам скажу такое, вы не разбежитесь, нет? А Игоря ненавижу. Я рожденный свыше христианин, мне 34 года, я в церкви, люблю Бога и ненавижу своего сына. Я не могу это объяснить, это просто ненависть живет внутри меня. Знаете, что я делал? Я не постился, не молился. Послушай, тебе нужно слово, которое станет плотью. Знаете, что я делал? Я ходил на работу, на стройку, как и положено мужчине после покаяния. На работу. На работу. На работу. После покаяния сразу на работу беги. И у меня, слава Богу, был доступ бесплатный ко всем кассетам. Потому что я сразу постарался занять все злачные места в церкви. Информация и банк. Аудиопроповеди Валерия Николаевича и блогерию церкви. И до сегодняшнего дня не может меня это отнять. И знаете что? Я брал кассеты. Я не помню, у Максима Пугач или где-то я плеер этот достал. Я вставлял плеер, вставлял наушники. Не музыку слушал и не в носу ковырялся. А слушал монотонно, час за часом, день за днем, месяц за месяцем семинары по воспитанию детей. Чтобы слово однажды стало плотью. И чтобы моя вера в моих детей, когда мне кто-то рассказывал за Игоря, посмотри на него, а там было на что посмотреть. Там было на что-то. Да, хорошенький. Я, знаете, я тоже когда уверовал, я говорю, слушайте, это же чудо. А знаете, что мне говорили люди? Олег, да перестань, ты не был таким плохим там прям парнем. Ну пусть для вас, кстати, останется все. Не сегодня. Игорь был кем-то. Это было жало в у всех. Он делал. И мне рассказывали про Игоря. Кто он, какой он, что с ним будет.
Послушайте, отец любит сына. И исключительно из-за того, что он любит сына, а это не что-то, это не просто какие-то, понимаете, не какая-то иллюзия, это не какие-то там раз в месяц, ну, сынок, я тебя люблю. Знаете что? Для того, чтобы мне назвать своего сына сынком, у меня что-то было. Я Бога не мог называть папой. Я попросил епископ после своего покаяния. А можно я буду молиться не к Богу Отцу, а буду молиться к Иисусу Христу? А знаете почему? У меня на следующем посте, я вторую часть своей проповеди скажу. Я верю, что Духу Святому достаточно того, что я говорю сейчас. Вот. Правда? Я думаю, Дух Святой делает срез. Обличает это, обнажает. Выпячивает на поверхность, извлекает врага нашего. И знаете что? Я попросил, говорю, а можно молиться к Иисусу Христу? Он говорит, это вообще не вопрос. А знаете почему? Да потому что я не мог сказать Бог, Папа. Мне понятнее были взаимоотношения с Господином. Господин Иисус Христос. Потому что я чувствовал себя рабом, чужим, ненужным, брошенным, отверженным. Я жил из-под палки. Никто меня палкой не гонял. Это палка внутри тебя, этот кнут внутри тебя, которым ты себя забиваешь, осуждаешь, загоняешь внутрь. Бесы используют эти кнутья, эти палки. Несколько дней назад, неделю назад, я уже рассказывал пару раз. У меня веня меньше. Знаете, ну, все, кто его знает, ну, правда, он какой-то такой парень прикольный. Он хороший. И знаете что? Ну, у нас есть друг Богдан Кензецкий. Знаете, он на него все время, знаете, как говорит, веня живет. Понимаете, он не выживает, не существует, он живет. Живет на полную грудь, живет на всю катушку. Да, у него иногда могут быть там шалости и так далее. Послушайте, это не капризы. Это не боль, которую выражают дети с сиротским духом. Он живет, он свободный просто. Знаете, что? Да, когда у нас в собрании, если я молюсь за детей, ну, последнее собрание вообще, я уже начал молиться, слышу, несется. Бежит, и он на сцену сразу не выбежал. Он такой у мамы спрашивает, он должен уже молиться? Он уже там долго молится? Там еще успеешь, он выкарабкался, все ждал ко мне. Почему? Да потому что он чувствует себя сыном. В доме его отца. Неделю назад в кухне сижу, он забежал в холодильник, открыл. Плохо, не видно. Взял табурет, поставил. Там что-то перекладывает, знаете, как в шкафчике. Я ему говорю, Вень, пока Светлана Михайловна не увидела, драгоценный холод выходит, дорогостоящий. Закрывай. А счетчик стоит даже на открывании холодильника. Экономия. Поэтому и деньги есть. Потому что много урожая бывает и на нищий бедный, на ливе бедный. Но гибнет. Гибнет много. Из-за чего? Из-за частого открывания холодильника. А что тормозит? И он роется там, и уже долго роется. Уже холодильник начинает позывные у него. И я ему говорю, закрой холодильник. Я понимаю, что я отвлек его от важной процедуры. Он смотрит, что? Да сейчас. Я говорю, закрой холодильник. И он такой смотрит, говорит, здесь все мое. Я говорю, в смысле? Он говорит, здесь, в этом доме все мое. Знаете что? Дай Бог каждому родителю услышать такие слова. Вчера он не был на проповеди твоей, Вадим Николаевич.
не был. Но я пришел домой и меня догоняло, потому что у меня с ним вечером наши процедуры, наши церемонии соскученности, любви. 8 лет, взрослый пацан. Послушай, вот эти вот, они так важны, эти чувства. Это что, какое драгоценное что-то. Я читаю с ним Библию, послушайте, много лет вечером нашел хороший, классный, современный перевод, и я ему читаю. Он всегда молится перед едой. Он не ляжет спать, он говорит, нет Библию, даже если я без сознания теряю, там Библию читаю. И он мне вчера обнял меня. Ты мой миленький маленький попусечек. Потом лежит такой, у меня такие красивые ножки. Такие мягенькие, такие хорошие. Послушайте, смотрите, это смешно. Знаете, что он говорит? Он нравится сам себе. Он себя принимает. Он себя чувствует сыном. Он себе нравится, он балдеет сам от себя. У него нет внутреннего конфликта, внутреннего напряжения. Знаете, почему я ненавидел своего сына? Ну, потому что я не мог быть отцом. Знаете, почему я не мог быть отцом? Потому что не был сыном. Только сыновья, только люди, принявшие дух усыновления, могут стать отцами, которые могут воспитать сыновей. Послушайте, у нас, я сказал, вопрос даже не в том, как ты чувствуешь себя сегодня и завтра будешь, чем ты влияешь. Мы можем остановить этот порочный, проклятый круг. Мы можем остановить проклятие. Сегодня, пережив эти энкаунтеры, молитвы, внутреннюю борьбу, сражения, воспитать сыновей. Когда изменится Украина? Когда Зеленский станет президентом или Тимошенко? Нет, Украина изменится и станет благословенной семьей, когда здесь поднимутся благочестивые люди, сыновья, которые взбираются на эти высоты, дорываются до этих кормушек, вы понимаете? Чтобы разорвать Украину. Или это придут... Послушайте, есть такой термин «отцы нации». И вопрос не только о тех людях, которые были основателями Соединенных Штатов Америки, которые закладывали конституционные нормы и так далее. Дело не только в том, это дух. Отцы нации – это люди, которые приходят, и для них страна как свой дом, как своя семья. Удивительно, таким человеком был Раджив Ганди, Махатма Ганди. Неверующий человек, но у него что-то было там внутри. Потому что это заложено Богом в сердце человека. Думать не о себе, а думать о детях. Смотреть на страну, как на свой дом. Смотреть на людей, которые там живут, как на своих детей. И взобравшись на эти высоты, не для того, чтобы разграбить и господствовать, а только для того, для чего Бог и создал институт правления. Аминь. Для служения. Министр. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава тебе, Господь. Мы заканчиваем. Перед тем, как молиться, скажу вам еще одну мысль. Сиротство – это тоже влияние. Так же, как отцовство влияние, так и сиротство влияние. И, друзья, я уверен абсолютно, что все зло на земле – агрессия, насилие, войны – совершаются людьми с сиротскими, отверженными сердцами. Если вы возьмете любого человека, любого деспота, любого тирана, и посмотрите его, историю его семьи, взаимоотношения с родителями. Вы увидите там, вы обнаружите счастливые, возлюбленные сыновья и дочери войн не совершают. Вы слышите? Дело вообще не в ком-то, не в том, что где-то будет делать Бог. Дело в нас. Мы можем сегодня изменить историю нашей страны. Мы можем вместе с Богом явить этому миру новую генерацию, новое поколение детей, сыновей, а не детей, сирот. Аминь.
Сатана осуществляет свои намерения только через сиротские и отверженные сердца. Только через сиротские и отверженные сердца. Порабощая самих людей, причиняя им неимоверную боль. И через них, через больных, зараженных, несчастных, делая несчастными вокруг людей. Мы можем это остановить. Мы за этим здесь. Дух Святой за этим здесь. Поэтому я бы хотел сейчас, чтобы мы молились вот о чем. Чтобы мы молились с теми людьми, которые видят, что в их жизни это есть. Видят, что они в процессе. А может быть, кто-то еще и не начал этот процесс. Не начал еще это восхождение с Господом. Но вы видите, это есть во мне. И я точно знаю, что это не рассосется. Само по себе не рассосется. Нужно впустить Святой Дух. Святой Дух, который Слово сделает плотью. Но нужно принять решение. Нужно принять решение. Я назад не поверну, даже если умру. Нет назад пути, есть только вперед, к сердцу Отца. Вперед к сыновству, вперед к отцовству. Вперед к свободе. Я очень отличаюсь сегодня от... Ну, отличаюсь во внешней жизни. Вы понимаете, что? Потому что изменилась моя внутренняя жизнь, изменился внутренний мир. Я сегодня отличаюсь от себя 10 лет назад. Поймите меня правильно сейчас. Все люди меняются. Вопрос не в том, что я постарел. Или немного набрался мудрости, или поумнел, там, получил где-то образование какое-то. Где-то, знаете, посредством опыта, своего ума, что-то построил в своей жизни. Нет, нет. Все исключительно изнутри, наружу. Изнутри, наружу. Только сыновья видят и восхищают славу Бога. Всю полноту Его. Только сыновья могут позволить себе дерзновенно, не дерзко, не унижая, не обижая Господа, а быть дерзновенным в присутствии и сказать: здесь все мое. Так Бог этого хочет. Он хочет, чтобы мы владычествовали со Христом. Царствовали со Христом. Поэтому хочу сейчас молиться. Я думаю, не знаю, как поведет Господь, но хочу молиться с людьми, у которых есть такое решение. Или, возможно, которые хотят, чтобы это пришло в жизнь. Решения еще у вас нет, и вам нужна помощь, как тому человеку, которому нужно было верить, но веры не хватало. И он говорит: помоги моему неверию. Если у вас внутри есть как позыв, не проезжайте, прошу вас, не проезжайте. Понимаете, вы проедете не сегодняшнюю молитву, вы проедете не сегодняшнее собрание, вы жизнь свою проедете. Не проезжайте это не рассосется само по себе, враг не отступит. Ты его, земля обетованная, понимаешь, он будет сражаться за тебя. Он не уйдет просто так, ты не можешь просто шикнуть на него и сказать: дьявол, пошел вон. Тебе цену нужно будет заплатить, цену. Но послушай, цена, которую ты заплатишь, и то, что ты получишь в конце, цена будет несравненно ничтожной, маленькой по сравнению с той благодатью, тем благословением, той внутренней свободой. Господь говорит: не покоряйтесь и гурацы, стойте в свободе, которую я даровал вам. Послушай, Бог свободный и сделал тебя свободным. Я прошу тебя, сражайся и борись за свою свободу. Только бороться за свободу нужно не с людьми, а с сиротским духом. Поэтому если вам нужна такая молитва, чтобы священники просто сказали: я благословляю твое решение. Я благословляю твой путь с Богом, который тебе надлежит пройти. Я благословляю тебя на сыновство. Если вам такая нужна молитва, вы можете выйти. Если вы верите, что Бог через эту молитву двинется в вашей жизни, двинется в владычество, двинется в Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Дух Святой, Дух усыновления.
действуй на этом месте, прикасайся к драгоценным братьям и сестрам, к своим детям, к своим сыновьям, к своим дочерям. Во имя Иисуса Христа. Нам нужно пропустить сюда пасторов, священников, чтобы они могли помолиться. Мы полагаемся на Тебя, Дух Святой. Мы верим, Господь, что это не от человека, нет ни одного человека на земле. Это не могут сделать родители, не могут сделать самые хорошие, самые добрые люди. Исключительно Ты, Твоя благодать, Твое помазание. Мы молимся сейчас за этих драгоценных людей, Божьих детей. Дух Святой, Дух Святой. Прежде чем за вас начнут молиться, скажите слова Богу. Скажите про себя. Просто скажите, я принимаю решение. Скажите Богу, что вы хотите от Него. Скажите Богу сейчас. Скажите Богу, и мы будем молиться. Аллилуйя. Пастор, давайте будем молиться. Давайте будем молиться. Благословлять их. Благословлять детей Божьих, их решения, их страсти, их жажды. Сердца. Признаем пред Тобою нужду, сильнейшую нужду в Твоей любви. Признаем пред Тобою, что вся жизнь была поиском той любви, которой нет на земле. Прости за все ошибки, прости за ожесточенность. Раскаиваемся во имя Иисуса Христа. Проси за то, что позволяли духу сиротства, позволяли негодованию, гневу, боли, отчаянию управлять мыслями, эмоциями, поступками, словами. Проси за то, что ранили людей, детей ранили, родителей ранили, друзей ранили. Говоря из боли, я осознаю и признаю, это наша молитва Божья, что больше всего и по-настоящему нуждаюсь в Тебе, в Твоем собственном прикосновении, в прикосновении любви, в Твоем излиянии, излиянии любви. Я перед Тобой сейчас, я принимаю это решение, я хочу и принимаю решение, я прошу Тебя, потому что нуждаюсь в этом, осознаю это, я нуждаюсь в усыновлении. Удочерение, прими меня. Дай мне пережить это. Аллилуйя. Если за вас не молятся, начните свой голос возвышать к Нему. Это может быть шепот, но голос сердца. Пусть душа кричит, пусть сердце кричит. Пусть твой дух к Нему вопит. Вот я знаю, ты видишь меня, твои очи всегда были... На мне. Я не видел тебя, а сейчас хочу видеть. Я не слышал тебя и хочу. Я хочу возрастать в этой любви. Если ты уже начал с ним этот диалог, я хочу пережить этот прорыв внутри себя. Наполни меня светом твоим. Наполни меня
сосуд моего сердца, наполни меня. Дух Святой, спасибо тебе за то, что ты сейчас касаешься, и твое благодать помазали столь. Через возложение рук священства действует твоя сила, как ты сказал в Библии. Благослови служителей Божьих сейчас, Бог действует очень сильно, активно, Дух Твой Святой, Отец. О, Бог! О, Бог! Исцеляй, Бог, исцеляй пустую. Если вы ожидаете молитвы, я хочу обратиться к вам. Не бойся боли. Пережить боль, встретиться с ней, открыть ее. Открытость, доверие, обнаженность внутренняя – это условие единения с Богом, Отцом, с Духом Святым. Для кого-то из вас это будет… Вы как бы сейчас вступаете в этот танец твоей души, твоего духа с Богом. Пусть он кружит тебя. Это не... У Бога много способов. У Бога очень много проявлений. Сейчас уникальное время. Я предлагаю всем присутствующим в этой аудитории, всем присутствующим в этой аудитории, просто молитвенно начинать соединяться с Духом Святым. Начать поклоняться, начать молиться на языках. Просто молча созерцать его. Это изгнание бесов. Не смотрите сюда, пожалуйста. Смотрите на него, хорошо? Не отвлекайтесь. Все правильно происходит, все идет хорошо. Он хочет общения с собой, он хочет встречи с собой. Как его глаза на тебе сейчас, пусть твой взор будет к нему направлен. Направь к нему очи свои, направь к нему сердце свое, мысли свои. К небесам, дай ему услышать твой вопль. Дай ему услышать вопль твоего сердца, твоего духа. Дай Богу услышать тебя. Сейчас. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой, за то, что сила твоего слова, проповеданного слова, дает свободу, разбивает цепи рабства. Развивает цепи, которые сковывали мышление, чувства, волю, порабощали тело. Слово Твое разбивает цепи ига, ярмо во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господи. Еще. Мы благодарим Тебя. Мы видим, признаем, почитаем помазание, которое действует здесь. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. За это великое потрясающее присутствие. За Твою благодать, за обилие Твоей благодати. За то, что ты помазываешь каждую битву молитвенную, которая прямо сейчас происходит. Благодарим тебя. Спасибо. За твои исцеления. Исцеление сердца, исцеление души. Я сейчас со мной. Дети Божьи в зале, которые вы молитесь со мной сейчас. Вы молитесь сами. Мы вместе в духе. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Отец. У ног Твоих, у престола Твоего. Мы поклоняемся Тебе.
Мы знаем, что ты производишь невероятную работу. Я это знаю, просто восхищаюсь тобою в жизнях наших, в жизнях людей, которые здесь для молитвы. О Боже, молю тебя за моих братьев, пасторов и служителей, чтобы они начали переживать все сильнее и сильнее это помазание, простор внутри. Огонь твоей любви, ревности святой, огонь силы святого Духа твоего во имя Иисуса Христа. Ищи в сердце, в духе. Ищи
уникальной встречи с ним сейчас. Часов, вы можете отдохнуть, попить водичку, чайка там, и в 2 часа у нас следующее служение.